Приветствую. Меня зовут Виктория Серченя. На создание этой работы в технике мокрого валяния меня вдохновила поездка в Турцию. В этой стране гранат – символ любви. И, как известно, изображение с ним приносит удачу, счастье и любовь. Шерсть – очень живой пластичный материал, который позволяет создавать уникальные в своем роде изделия, открывая в себе творца прекрасного. У меня остались теплые воспоминания об этой стране, и мне захотелось воссоздать кусочек Турции у себя в доме,